Так, что здесь происходит? Опять бардачите? А это что такое тут на столе опять? Ань, мы это хотим, знаешь что? Опять куча антистрессов на столе. Ань, нам так понравилось разрезать антистрессы. Мы хотим разрезать новые и посмотреть, что внутри. Опять? Неужели вам правда интересно, что внутри этих антистрессов? Ой, этот какой-то странный. Да, да, мы должны узнать, что внутри него. Да, он и правда очень странный. Ладно, а это что такое вы сюда натащили? Это же не антистрессы. Кажется, я это давно купил. Неправда, это была Миша. Это такой крутой пластилин. Да, я вижу, но вы же не собираетесь сейчас еще и лепить. Ну, в другой раз полепим. Хорошо, так зачем вы сюда это все наложили тогда? Это вот чистые кристаллы, нам тоже надо их сделать. А это что такое? Это мы не знаем, что это. Положите в горячую воду, написано на английском. Юми, хватит все хотеть съесть. Я тоже не знаю, что это такое, поэтому это мы уберем. И это явно не антистресс. Это Дед Мороз из резиночек. Нам его подписчица делала. Смотрите, как у него ручки тянутся. Скоро же Новый год. Да, и нам уже пора украшивать дом. Украшать, Юми, а не украшивать. Да, дай-ка мне его. Юмичу. А когда мы будем все украшать, а, Ань? Всему свое время, ребята. Я думаю, 1 декабря начнем украшать. Я уже много тут чего купила для украшения. Нарядим елку, все украсим, сделаем все новогодним. Но не сегодня. А давайте пусть ребята поставят много лайков, если они хотят от нас новогоднее видео. Я думаю, они и так поставят вам много лайков. Жалко только с нами не будет Софи. Я надеюсь, ребята, Софи выздоровеет к Новому году и все будет хорошо. Главное не унывать. А вы знали, что это год собаки, кстати? А еще новогодние цвета в этом году красно-белые. Вы же собаки. Я не собака, я покемон. Это они все собаки. А ты уже, кстати, показала комментарии, которые набрали много лайков. Ой, нет, вот они. Короче, лайки, лайки, комментарии. Комментарии, лайки. Что это было? Это была Алиса. Аня, давай сделаем подписочный антистресс. Юми, у тебя вечно все подписочное. Ты его так жамкай? Да, я говорю, подписывайся на канал. Жамкай кнопку. Ладно, все, хватит. Давай я буду говорить. Жамкай кнопку. Не жамкай, а жамкай. Ладно, ребят, я пошла за ножницами, тазиком, все как обычно. А вы ждите, и никто никуда не уходит. Ох, сколько же у меня сегодня дел. Я тут камеру прикупил, надо эту скрытую камеру установить для стримов. А еще кристаллы и эти непонятные штуки. Эйвен, ты опять уходишь? Опять шалить будешь? Вы только, Ане, не говорите, куда я. Полепите там пока из пластилина. Держим секрете. Как мы будем лепить из пластилина, если у нас нет рук? Странный папа. Так, я пришла, вот ножницы. Давайте разрезать ваши антистрессы. А где опять Эйвен? Понимаешь, Ань, кажется, у него, ну это, в туалет пошел. Что значит, ну это? Ну, газы. А, ну ладно. Только, ой, я же забыла тазик. Сейчас я приду, девочки. Так, мне нужно будет разобраться с кристаллами и странными карточками. Но сначала установлю камеру для стримов. Куда бы мне ее поставить? О, пожалуй, Крики и Лаки. Лаки, я сейчас тебе установлю камеру для стримов. Что значит камера для стримов? Все готово, теперь вы не только пранкеры, но и стримеры. Отлично я придумал. Надеюсь, Аня не заметит. Надо будет только стрим включить и настроить. А почему сегодня все вокруг здесь в покемонах? Да, и правда, везде покемоны расставлены. Ну вы что? Вы что, все забыли? Мы же видео на главный канал Magic Family снимали 50 фактов обо мне. Я даже ссылку в описании оставила. Ты просто мне опять это видео не показала. Вот я и не смотрела. А это что, Покемон Бол? Да, это Покемон Бол. Я покемон. И Аня сняла 50 фактов обо мне. А вы даже не посмотрели. Я обижусь на вас. Давай как только снимем антистрессы, пойдем и посмотрим это видео. Я пришла. Ань, ты покажешь девочкам видео 50 фактов обо мне? Многие их не знали. Так ты же ссылку в описании оставила. Да, но они не посмотрели. Не расстраивайся, хорошо, обязательно покажу. Аня, ты правда лысая была? А это ты откуда взяла? А я видела твое видео на твоем канале Ани Мэджик. Про то, как ты училась в школе и побрилась на лысо. И на него я ссылку внизу оставила. Да, правда, я была лысая, как вот этот вот антистресс. И желтая такая же. Ты еще и покрасилась? А сейчас давайте начинать резать уже ваши антистрессы и смотреть, что внутри. Ну что, начнем, наверное, с этого противного антистресса. Почему противного? По-моему, он очень даже милый. Он так булькает. И эти шарики, которые выдавливаются, они какие-то противные. Давай, разрезай его. Предлагаю для начала разрезать на нем вот эту вот сеточку и посмотреть, во что он превратится без нее. Так, попробуем теперь его оттуда вытащить. Смотрите, какой шарик получается. Но в нем явно что-то жидкое внутри. У нас осталась вот такая сеточка, а на самом антистрессе посередине пупырышка. Он мягкий и явно жидкий. Он продолжает издавать этот хлюпающий звук. Смотрите, как он может растягиваться и не рвется. Давай режь! Режу. Ой, что это? Так, камеру установил, теперь кристаллы. По инструкции написано, что нужно было от полосочек, которые были в наборе, отрезать по 2 кусочка, по 3,5 сантиметра и по 4. Я уже это сделал. Так, а теперь нужно эти полосочки вставить в специальную подставочку. Так, главное ставить крепко, чтобы не упали. Маленькие по краям.
краям, а те, что побольше, в серединку. Всегда мечтал вырастить кристаллы. Хорошо, что подписчики подарили мне такую штуку. Теперь нужно налить эту жидкость сюда. Так, поехали наливать. Нужно аккуратненько это делать. Аккуратненько залить. На бумажке написано, попадать можно. Все готово, я гений. Теперь нужно ждать, когда кристаллы вырастут. А пока приступим к этим непонятным штукам. Здесь тоже, по-моему, сзади есть инструкция. Вы только посмотрите на это, ребята! Оттуда что-то вытекает желтое. Похоже на желток от яйца. По-моему, это желтый лизун. Оно такое странное. Смотрите, как оно уже свисает. Давайте попробуем это потрогать. Точно, это как лизун. Практически не остается на руках. Надо выковырять оттуда все. Смотрите, у нас остался вот такой вот чехол. Он тянется, но немножко рвется. А еще вот эта желтая штука. Правда похоже на лизуна? Да, и смотрите, как она тянется. Немножко, конечно, пачкается, но все-таки его реально можно собрать в кучу, и получается вот такой вот ярко-желтый лизун. Но в конце концов, если его хорошенько скатать, покидать вот так вот из руки в руку, он даже перестает пачкаться, и получается вот такой вот желтенький антистресс. Очень прикольный. Да, правда, антистресс лизун-желток. Смотри. Пахнет вкусно. Смотрите, как он стекает по руке и обволакивает ее. А теперь давай розовый. Вот этот вот. Ну, нам не надо смотреть, что у него внутри, потому что он пустой. У него здесь даже есть дырочка, можно вывернуть его наизнанку, и получится вот такая вот медузка, осьминожка. Но он очень прикольный, надо придумать потом, что с ним сделать. А я так хотела посмотреть, что такое внутри. У нас есть очень похожий антистресс, смотри. Тоже такой же тянучийся ежик, но только у него нет дырки, и у него явно есть что-то внутри. Он очень прикольный и мягкий на ощупь. И светится. А еще у него есть глазки. Очень смешной. Ну что, будем его вскрывать? Конечно, будем его вскрывать. Да, давай, Ань. Сейчас мы его вскроем, а пока я хочу показать вам фокус со старым антистрессом. Смотрите. Ой, все высыпалось, и фокус не получился. Только руки испачкала. Ух ты! Ладно, девочки, я пойду помою руки и сейчас вернусь. Только ничего не трогайте и не ешьте и вообще. Прикольная штука. Что же это такое? Это крахмал или мука? Мы же в первый раз развязали такой антистресс. Видимо, я попустила это. Так. Киса, Алиса, я же говорила, не надо так делать, давай вылазь из этого тазика. У меня просто фокус не получился. Я не помню такой антистресс. Видимо, ты что-то пропустила, когда мы его разрезали. Какой он смешной, этот антистресс, так и хочется поиграть с ним. Ну что, давайте уже разрежем этого фиолетового, не знаю, как назвать, и посмотрим, что там у него внутри такое. Кстати, посмотрите, какие у него иголки, как он сильно тянется и вообще не рвется. Мне кажется, жидкости там внутри никакой нет. Разрезаю. Он лопнул и ничего не вытекло. Значит, там нет ничего жидкого. Так что же там такое? Там у нас еще один, похоже, фонарик. Точно. Ух ты, фонарик. Можно я Киса, Алиса, ну ты аккуратней. Смотри, Юмичу, я его разрезала так, как будто он кричит от страха. Посмотри. Очень смешной. Правда, как будто он кричит. Да, ладно, все. Короче, у нас здесь светяшка такая же, как в антистрессе тыковки, помните ее? А еще в лягушке и осьминожке. Ну, давайте разрежем. Он какой-то странный звук издает. Может быть, у него даже что-то еще внутри есть. Так, в инструкции написано, что нужно отклеить эту штучку от картонки, а потом поместить ее в немножко остывший кипяток, а потом аккуратно ложкой достать, и получится что-то. Так, пока кипяток у меня остывает, посмотрим, как мои кристаллики тут поживают. Так, кипяточек еще пока слишком горячий. Это какая-то коробочка Monster High. Браслетики делать из резинок. Хотел взять голубую, но возьму розовую в честь Софи, чтобы она выздоравливала, подарю ей. Остались ноги, они теперь похожи больше на паука. Бу! Не страшно. А вот так вот? Не страшно. Угу, ну ладно, хорошо. Правда на паука похожи ноги. Посмотрите на испуганное лицо этого осьминога. Сейчас посмотрим, что там у него внутри. А внутри, как я и предполагала, все-таки просто светящийся шарик. Вот так вот. Ух ты, светяшка, прикольно. Как же ее оттуда достать теперь? Алиса, ну что ты делаешь? Алиса, киса, аккуратней, не надо дергать тазик, а то мы все в этой муке. Но я хочу достать оттуда шарик. Итого за сегодня у нас целых 2 светяшки. У нас есть еще вот такой антистресс-единорожек, очень милый, у него тянется рог, смотрите. И он сам весь растягивается, но я думаю, внутри у него ничего нет. Это просто милая игрушка антистресс. Да, пожалуй, не будем его разрезать. Пусть он останется в живых. А вот этой гусеничке антистрессу, между прочим, кое-кто оторвал голову. Мне кажется, ее теперь можно всю порвать на отдельные части, и получится много малюсеньких кругленьких антистрессов. Сколько мы много сегодня на уничтожали?
Ох, какие же вы любопытные. Ладно, пошла унесу тазик. Так, пора опускать эту полосочку в кипяточек подостывший. Аккуратненько. Сейчас опущу. Эйвен, ты что тут делаешь? Ой, привет, Ань. Я тут экспериментирую. Ты что, ни в коем случае нельзя ничего подобного, тем более с кипятком, делать без меня, ты понял? И вообще, мы хотели все вместе это попробовать. Еще и кристаллы тут уже сам без нас сделал. Так, бегом пойдем. Пошли быстро к нам, ну-ка. Ладно, все нормально. Газы у него. Так, кристаллы надо поставить в какое-нибудь не слишком теплое место, но и не слишком холодное. А это что такое? Камера? Эйвен, хватит самодеятельности. В общем, пока тут Аня ворчит, вы идите и смотрите ролики на главном канале Magic Family и на канале Animagic. Ссылки я оставила в описании. Подписывайтесь на инстаграм наш. Вы меня слушаете вообще? Да. Поставь лайк, если ты не редиска. И скорее жми подписку. А еще там есть колокольчик. Если ты его нажмешь, снова в первом увидеть наш ролик. Первым одним оставить свой коммент. Значит, возможно, он наше видео вдруг попадет. Юля, остановись! Ой, ну хватит вам!